В утренний час пик четверга у детского парка имени Гайдара под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик. Ученик 4 класса 3-й гимназии шел на занятия со стороны улицы Пушкина. Дорогу переходил как положено, по пешеходной зебре и на разрешающий сигнал светофора. Ну вот утром сын пошел в школу, буквально минут через 10 по телефону мне позвонил, плачет и говорит, что «папа, я попал под машину». Ну я, конечно, сразу оделся, пришел. Ребенок шел на зеленый свет. Половину дороги прошел, все нормально. Автомобиль завернул, не остановился и так и поехал. Нарушитель ехал по улице Ким Ю Чена и сворачивал на улицу Гайдара. Сбив ребенка без остановок, поехал дальше, в сторону Амурского бульвара. Полицейские не исключают, что водитель мог и вовсе не заметить столкновение с маленьким пешеходом. Удар был скользящим и мог не оставить на кузове вообще никаких вмятин. Автомобиль толкнул мальчика бампером, после чего гимназист повалился на проезжую часть. Серьезных травм пострадавший не получил, говорил, что не слишком болит бок. Марку скрывшейся машиной ребенок назвать не мог, в силу возраста он в них не разбирается. Цифры и буквы госномера иномарки не запомнил, поскольку был шокирован. От мальчика смогли добиться лишь одного, он твердо был уверен, что автомобиль был красного цвета. Машина, вероятнее всего, малолитражная, судя по описанным ребенком размерам. По словам отца, сын уже попадал в аналогичную аварию на этом же перекрестке. Тогда ему было всего 8 лет. Если вы стали очевидцем наезда и можете помочь автоинспекторам более подробной информации о беглеце, свяжитесь с дежурной частью городской ГИБДД. С места происшествия Кирилл Новиков, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.